Посол Великобритании господин Тим Ау. Уважаемые гости, добро пожаловать в посольство Великобритании. В этом году отмечается 70-я годовщина первого союзного конвоя в Советский Союз во время Второй мировой войны. Это один из знаменательных периодов общей истории Великобритании и России. Мы собрались здесь сегодня, чтобы в этом ключе отметить реализацию нашего совместного проекта «Последний свидетель» по британскому крейсеру «Белфаст». Сейчас корабль находится на вечной стоянке в спокойных водах реки Темзы в Лондоне. Но тогда, 70 лет назад, он сыграл важную роль в достижении победы союзниками. Возможно, это единственный сохранившийся боевой корабль времен Второй мировой войны. Крейсер «Белфаст» является последним свидетелем и участником северных конвоев. Конвои были буквально спасительной нитью для России и важным инструментом в обращении хода войны в пользу союзников. Помимо защиты конвоев, «Белфаст» проходил в боевые соединения военно-морских сил Великобритании, которые преследовали и потопили германский линкор «Шанхост» 26 декабря 1943 года. Уничтожение «Шанхоста» стало серьезным психологическим ударом по врагу и значительно обезопасило маршруты северных конвоев. Проект реставрации крейсера «Белфаст» – это результат сотрудничества наших стран, символ общей воли двух союзников, товарищей по оружию. Следует выразить глубочайшее уважение ветеранам. Здесь сегодня среди нас мы имеем честь видеть некоторых из них. Именно они герои той главы нашей общей истории, которую мы должны сохранить в нашей памяти. С августа 1941 по май 1945 года союзниками было направлено 78 конвоев в помощь Красной Армии и в спасение советского народа. Свыше 1400 кораблей доставили столь необходимые грузы в Советский Союз. В конвоях также участвовали многие советские торговые суда. Часто в состав экипажей проходили женщины. Они наравне с мужчинами выполняли тяжелую и опасную работу. Танцы и русские в жесточайших условиях сильнейших морозов, невероятных штормов и ураганных ветров вместе отразили атаки немцев. 70 лет назад Великобритания и Россия были единственными союзниками в борьбе с общим врагом. Сегодня премьерой фильма «Последний свидетель» мстим тысячи погибших, славим выживших отважных ветеранов и отдаем дань советским семьям, пожертвовавшим столь многим. Спасибо.